17 позерника, 24 рок, Браджана Дагира, Катхаши Вашватнав Дазбаба Джимахарадж. Сосредоточимся на Бхагавате. Шримад Бхагаватам. Десятая песня. Шримад Бхагаватам, десятая песня, десятый канто. Рассказчик Шримад Бхагаватам. Парамахамса Широмани. Оповедай. Шрипад Шукадев Муни. Он оповедает о Пурвараге, Гопината и Гопи. Вчера вчера слышали мы о початку той лили. Мы можем насладиться. Бхакта Сиддханте Диге Дриштипат Накулли. Несмотря на Таттва Сиддханте. Эй лила ва варнана. Не пачунт на Таттва Сиддханте. Это лила или писать. Та лила. Бенди выдаваться. Из-за этого мы будем совершать бхаджан. Выдаваться. Не плачут и поможет садаку. Не разумеем что. Сладость игр. Не разумеем. Особисте сводкость лилы Гопината с Гопи. Мы мусим пачить на том лилы шест призматтатвы. И нех сада казавши паче на том лилы в тен способ. Мы будем думать, что это обычная история. Иначе мы будем пачить на том истории, как на звыкло милость людей. И можем истратить свое отдание, свое бхакти. Из материальных видений мы не сможем. Материальным взроком не можно забачить те лили. Для того мы можем тешиться тими лилами в шестатве. Ради того, чтобы осознать честь Враджи. Чтобы усведомить себе чистом милость Враджи. Бхактови. Слухаем о сводке милости Враджи Пшестатве. И втеди нас сердце все очища. Мы почуем, что те лили это путь любви. Пшешенгаем нас. То стежка милости. Совершайте баджан в Анураге. Прошу рубьте баджан в Анурагдзе. Запомните о дхарме, о карме и о дхарме. То чудовное тишение, которое чуя бхакта по ласке Говинды, то Говинда дал нам свою ласку, и он помогает дживам Кали-юги тешиться го лилами. Наслаждаясь.
А сегодня он обычно дает Дисяй Говинда дає звиклим дживам то тішеніся. Чи можна порівняти його милость з іншими? Кришна да нам всього. Ми тільки повинні прийняти то. Тут ніхто не може мовити о тим, кваліфікований ми чи ні. Кришна всім роздає то. Это может быть самым прекрасным даром. И то может быть найпекнейшим даром. Что нужно сделать нам? Что мы мусим сделать? Только принять то. Я возьму. Без рассуждений. То, что Кришна дает, мы мусим взять. Не размовять. Бог и Его Шакти даем нам преме. А наивысшая према то Махабхава. А буство той наивысшей Махабхавы то Радарани. И Говинда тешися той Махабхавом, том Махабхавом. И распшесшеня Йом. Гри Гопіната з Гопі, то розпрощення Махабхави. То, що, о чим слушаємо ми, то все описання Махабхави. Товариші Махапрабу, даєм нам те... আর সব গোপীগণ তারা রস উপকরণ Кришна и Радарани, тешимся, а гопи распространяем в том расе. Кришна, ма розривки с гопи. Мы слухали симу лилы, киды Майя Шода привязала Кришны до ступы. Та лила описана есть Шримад Бхагаватам. А теперь Шри Кришна. А теперь Шри Кришна гра с Рада Кишори. এক অনুভূত পূর্ব রসের খেলা তো বড় чудовна гра раси এটা মাথায় ঢোকা বড় কঠিন гра একে তো মধুর রসের গ্রাহ том гре трохи трудно зрозуметь. В этом свете очень мало бхактов, которые вельбим Кришны в Матхуре расе. Все вельбим Кришны в Айшварье расе. И не идем далее, ниж Вацалья, чи Дасья раса. Пракия Бава, то наивысшая раса, она есть только во Враджи. Та Бхава есть только у Враджа-гопи. И среди них Радарани, то буство той Бавы. То все так роби Махамая. Махамая роби так, что навіть сама Врінда Деві навіть она є під впливом Йога Майі.
Она приходит к Пурнамасе Деви. Вриндадеви. Вриндадеви приходит до Пурнамаси и пытается. Что ты робишь? Пурнамаси пытается. А что сидеет? И Вриндадеви мови. Не запокоена. Она мови не запокоена. Ты так сидишь тут, а тут... А что такого произошло? Ты ли сидеешь? И Пурнамаси пыта, а что сидеешь? Ой, наступил конец. Вриндадеви мови, о, наступил конец всего. Все окоханные гопи Кришны говорится о том, что они скоро выйдут замуж за других. Кто-то говорит, что он вкрутся мужем выйти замуж за иных меджов. А Пурнамаси говорит, я сделаю так, что то все не бенди. ওদিকে সানাই বাজছে গায়ে হলুদ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ পালাপাকি সব Вриндадеви мови як то ти не дозволиш на то юж іде церемонія таке веселле всі родиці хочом видать своїх цурек замуж за інших менжов. І уж приготуємося до веселля. А Пурнамасі мові. Знам то. И Вриндадеви мови. Я видела то своими очами. А Пурнамаси мови. То только сон. Сен. Выходит замуж. Ты играет музыкальные инструменты. Ты только что видела, что гопи выдаем замуж за иных менжов, а это только сен. Сен? Так, сен. А что же? যে সর্বনাশ আপনি কি করে শেষ রক্ষা করবেন আমি এটাই ভাবছি দিয়ে আমি নিজে দেখে এসেছি পর্ণমাসী দেবী বললেন আমি জানি Вриндадеви мови сама только что видела их веселье Пурнамаси мови я вем বললেন তোমার এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই И Вриндадеви тогда спросил. Вриндадеви И Вриндадеви мови, а как вами поможет им в этой ситуации? Пурнамаси мови, не мусишь о том артвиться. Просто наблюдай за тем. Попросту обсервуй то, что сидеет. Так Джива Госвами Пад описывает том лиле. Экон тирагамоне тин упости. কন্যাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক এসেছে শ্বশুর পক্ষ থেকে Наступил час же гопи мушом выйти замуж за и из дома своих менжов. А гопи мовим, кеды то се здажило, ни с непоментом. Я нигде се не выходила замуж. Я ни с навод не зрозумяла. А всисцы мовим, же я естем выдана замуж. За якегось гопа.
Я оферувала своє тіло Кришні. Я кохам Кришни. Я прийняла його як свого менжа. А меня выдали замуж за кого-то, кого я даже не знаю. А мне выдали замуж за того, которого я не знаю, которого не кохам. И я мушу ему служить своим телом. То означает, что я не хочу уж венцей жить в этом теле, быть в том теле. И все гопи зацудовались опустить тело, жутиться до Ямуны. Гопи мовили, я не с неба, я кохам только Кришны. И все гопи пришли до Ямуны и вшли до вод Ямуны. До воды Ямуны. А Ямуна не позволила им вести. Она изменила свое изменила. Чтобы покончить жизнь. На этот момент здесь Йогамая — это Пурнамаси. Ямуна изменила свой фронт в другим керунку. И тут и пришла Вринда Деви и Пурнамаси Деви и Муви до Гопи. Почекайте. Все гопи забачили Пурнамаси, зробили ей поклоны. Бхагавате, прими наши поклоны. Мы, мама, до тебе питание. Мы что, вышли замуж? То правда? Пришли какие-то люди с домов наших мужей, чтобы забрать нас. А мы не вемы о тем, кеды мы сдонжили выйти замуж. আমরা তো স্বয়নি সপনি জাগরণী কৃষ্ণকে ছাড়া জানি না আমি যে Мы никого не кохаем, опроч Кришны. Не можем навод вообразить свое житие с кем-то иным. А наши родители мувим, что мусим ість в дом менжей. До дому менжа. Гопи не ведом, кеды они вышли замуж, за кого? Пурнамаси Деви сказала. Пурнамаси Деви повідала. Не мартисісе. Я єстем у вас. Мусите вежить мне. И гопи мовим, в пеоне вежим и тебе. И Пурнамаси поведяла. Вшистко то, гра иллюзии, которым я зробила. То так игры? Ты тут играешь. Пурнамаси поведела. Але вы не мусите мартвиться ни о чем. Вы прагните Кришны? Так, Деви, мы прагнем Кришны. Але мы не можем никому поведеть, что прагнем Кришны. И Пурнамаси поведела. Для того, чтобы могли достать Кришны, для того я сделал вам том гре. Сутарам чинтар коно карон не.
Поэтому у вас нет причин для печали. Для того, не мусите мертвиться. Идите. Это я буду беспокоиться. То я буду дбать о вас. Это мне нужно. А вы продолжайте желать мне. Удивительным образом. Я сделаю... Я сделаю так же, здобудьте Кришны. А вы идите и слушайте своих родицев. Итак, гопи. Итак, гопи вышли замуж в сне, але то трудно зрозуметь, без ласки то неможливо. Тен настрой враджа гопи, во враджа лили, Кришна нигде се не женился, не оженился. Махараджа Парикшит пытался Шукадеви Госвами, о что тут ходи? И все имели такие питания. তারপরে বললে তুমি যে পর বলছো উনি তো পরমাত্মার পরাবস্থা শুকদেব поведал শ্রী কৃষ্ণ তো পরমাত্মা গোপীনাম তৎপতি নান্য সর্বেষাম এব দেহিনাম জ আত্মা অন্তশ্চরতি সো অক্ষ এ গোপীনাথ он есть паном каждого. Они амадирке коронай порождённой лила курить. Того, чтобы подарить на свои. Чтобы дать нам то, нам том ласке, Кришна робит игры. И те, кто слышим о тих лилах, бенди мог достать бхакти. Кришна Бхакти, то Мадхурья Бхакти. Мы хотим достать только то Мадхурья Бхакти, чтобы мог знайдоваться коло Радарани. За помощью иной Бхакти неможливо быть коло Радарани. Мы мусим робить Махабхава Садана. Это Садана, то Шравана и Киртана мають с певном вяре. Та садана то не якась трудна жеж. Дохар руб гуне дохар нитто хари гон. Емони екта акоршон. Настолько эти гормо цари. Пелилы так. Так. Шитянгаем наш умысл. Гопи отжутили дхармы. То зробила його Майя. Вона повідала: «Ідьте додому своїх менджів». То всього сен. Але гопі мовим: «Ми кохаємо Говінди, Говінда всього є всім для нас. Коли ми вийшли ми замуж, ми ні снівими». І Пурнамасі повідала: «Не мусите ні цвітіть, попросту слухайте своїх родзіців». Ви зможете удивительним образом і бендіці могли самим чудовним способом достати Говінди. Йога Майя дала том Бхаве. Вона зробила так, що Говінда зараз далеко від них. І як нам достати нашого пана? Як його достати? Отримати? Як його отримати?
তার কথা চিন্তা হচ্ছে, বুকের ভিতরে কষ্ট, Коли они почули раззвонку с Говиндом, они еще больше начали прагнуть Го. Они чули боль в сердце, але та боль была смешана с Анандом. Йога Майя дала тен смуток им. Але то чудовне Мадурі раса, то найвенкша ласка. Для того Махамуні Ведав'яс он записав гри Говінди з Гопі. Их милость, то есть вечно чиста милость, према. Але в прокат лили, то се выдаясь нова. Як нова видається як нова милость. Ніхто нікого не знає. Ані ще не знали один другого. Таким способом всі попали до гри Йога Майі. Тобто видавалося, якби то перша милость і перше споткання. Кришна мові, хто така Радха? А Радарані мові, а хто такий Кришна? Ким є Кришна? Ніхто нікого не знає. Ведав'яс отвіра том ліле то всіх гри Йога Майі. Джива Госвамі Пад написав Бхагавата Сандарбха і там записав всіх такі взяв концентрат Шрімад Бхагаватам і там всіх описав. Ашьянша Джасшай Аңшакай Шай Бхавати Башаян Нева Маян Пуманшча Екам Джасшай Варупам Вилашати Парам Бамни Нараянакхам Ша Шри Кришна Видатьям Шайамиха Бхагаван Према Таппада Бхаджам. Болен Нигам Шастра Упанишад Кришнер Таптамоти Упанишады, Веды, Шастры оповядаю Кришна Татве. На самом деле сразу Гянигон Бабишер Прай Коре Мануш Нидгун Миракатта Пути. Тара воле, что Парамешвар хоче нигун нираката. Эй, дэкун, санатан дарма чара. Саб дарме нигун нираката. Савай нираката, нираката. Все верят в то, что нет качеств. Видишь, люди в том свете мыслят, что Бог нема формы и нема цехов. Если мы видим, что Бог нема формы, и же всё есть едно, то всё дхармы, всё религии начинаем быть едны. Кажется, что есть разделение. Выдайся же я. Вешусь, не вижу же Бог ма формы. Они медитуем на ниргуна, брахмы, то такие святло, без, которое не има формы. Але то есть святло Шри Кришны. Я не то не вежу в то. Никто не вежу.
они не могут поверить всю жизнь. Они не могут уверить же целую жизнь. Они медитовали на Брахма-джьоти, на сияние, же то только есть свечение Шри Кришны, же то не есть, же то не есть Бог. Они медитируют на Параматме. Йоги медитуем на Параматме. На Господа. На Бога, который в средку сердца все знайдуя. Только чистое проявление Шри Кришны. То только чонстка Шри Кришны. Параматма это только чонстка Шри Кришны. А сам Бхактови, который вежим же Нараяна, то самый первый Бог. Же он есть наивысший, и из него все выходит. Не вежим же Кришна есть наивеньший. Же наиперв ты можешь служить Нараяне, а потом Шри Кришне, бо Нараяна то есть наивысший Бог. Нараяна то Бог Вайкунтхи. Же он есть шишина всех аватаров. Але Нараяна то только чонстка Шри Кришны. Частичное проявление. Инны формы Шри Кришны теж чонски Его. А на высший Бог то Шри Кришна. То се описуется в Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. Не все в это верят. Не все могут это понять. Але же то все описывает, не все в то вежем, что Кришна есть наивысший Бог. Тен Сваян Бхагаван Шри Кришна, он причина всех причин, Шри Кришна. Проезжон ки, болен бихоттам према, преми амаде проезжон. Шри Кришне сонге сомбандо ахе. Наша прайоджина, наш звёнзок, то Шри Кришна. Мы мамы вечный звёнзок за Шри Кришном. И мы належим до Него, але запомнились мы о Тим. Мусим мы достать премы. Наша прайоджина то према. Але как достать там премы? За помощью саданы можно ём достать. Садхана то обидея татва. Тен баджан, который робим, что есть баджан? Баджан то шравана и киртана. Слухать и оповедать. Муфти. Оповедайте, не мая страху. Уважно слухайте, не мая он жадных. Овоце баджана то ласка Бога. Бога. Сам Шри Кришна забежите то кто мне везе? Опреч премы мы не прогнем. Шри Кришна, то есть Сваям Бхагаван. Тешьте Его лила расой. Расой Сваям Бхагавана и Сваям Бхагавати. И расой Вриндавана. Кеды бандимы робить Шраванам и Киртанам. Кеды бандимы мешкать с Дхами. Нехта Катха Бенди завши ши нас. Мы робим наивысшим из всех садан. Мы любим наивысшего Пана. Своям Бхагаван и Своям Бхагавати. Теперь найдуемся в их месту. То есть...
Мусим иметь веры в то. Но то, как это писали наши ачари, они открыли то есть новейшая таймница, але ачарёви отварли нам том таймнице. В гранках знайдуйся опис той бавы. Слухайте то, что Бенди все выдажало. Чтобы слухать, не можете иметь жадной ведзы. Попросту слухайте том катхе про о Радарани и Кришне. И мы будем иметь прогнение. Бардо мощное прогнение. И когда будем иметь бардо мощное прогнение, робить баджан во вражи, мы запомним о шастрах. Чтобы здобыть том лобхе, таком бардо сильном, сильное прогнение, робить баджан во вражи, мы мусим найперв иметь шастры. Найперв мы читаем шастры и робим том садхане, а потом уж не будем потребовать шастры. Мусим мы робить все, что пишем шастры. Не мусим мы Бедные, они следуют все правилам. Бедные делают все вовремя. Мусим мы наперв шестчигать все засады. Они никогда не предполагают. Так кто бы никогда не ламим засад. Они мою милость, але теж шестчигаем засады. И здесь еще есть описывается споткание и развок, развонка. То есть называется вирахараса. Випраламба. Нектар расы он отверся как развонка. Перша милость, то есть называется Пурварага. Он столько боли мне причинил. Третья разлука, никогда Шесть развонка, то кеды Кришна знайдуйся кого гопи, але гопи го не видзом. Кришна знайдуйся кого Радарани, але Радарани не може го забачить. Для чего то так сидеє? Для чего она плаче? Чи Бенда могла кедись ще споткати того шьями? Есть ще чварта развонка. Чвартий розы развонки. То кеди Кришна отходи, он далеко. Он не так далеко, здесь в лесе Вриндаваны. Сейчас день, и Кришна ма разрывки в лесе.
Но это разлука. Але та развонка, она се выдаясь же, она нигде се не скончит. Вечность же, она в бандисе, вечность. Сам шевай, кошту и бичу, она не любит. Группе говорят. Ты всегда и печалишь тут. Гопи мувим, когда ты вратишься с там 12-го Вриндавана, осталось только разлук. Они тоже в сомне запокоении. Але кеды Кришна выезжа до Мадхуры, але кеды Кришна выезжа назавше до Мадхуры, то гопи начинаем вшенде видеть только Кришны. В той развонце они не видят ниц, опрочь Кришны. И маем с том премы, гопи нигде не могут запомнить о Кришне. Даже Уддава осознал. Это была просто игра, на самом деле он никогда не... Кришна нигде не опущал Вриндаван, так все выдае. Описуясь же, Кришна выехал до Мадхуры, а это была только игра, как сцен. Он нигде не опущал Вриндаван. Если кто-то коха Кришны, то вообразьте себе, как Кришна коха того премика. Он сам мови о тем до Удавы. Он ужива слово «прията». О, Удава, ты бардо есть дороги мне. Как я могу вытлумачить тобе? Я Санкаршан мой брат, Брахма мой сын, но навод их я так не кохам. Ты веешь же Камала Деви, Лакшми Деви, то моя жена, но она не на тыли мне дрога. Я не кохам ей на тыли. Шриман Махадев, на тыле мне не есть дроги. На или дроги есть для мне ты. То Кришна мови да Удавы. Так и бхакта, як ты. Я оздобям своє тяло пилом з лотосових стоп таких бхактов, як о ти. Кеди такі бхактові ідом, то я іди за ними, бере пил с их лотосовых стоп и оздобям свое тело пылом с их лотосовых стоп, хотя ж они не видят этого. Если Шри Кришна поведел, то когда Кришна поведел до Удавы, Удава пришел до Вриндавана и достал новым реализации. Для чего Бхактови приходим до Вриндавана?
Нитьянанда Чандра прислал нас во Вриндаван. Для чего Нитьянанда прислал, выслал нас до Вриндаван? Бо если мы не придем до Вриндаван, мы не будем такими бхактами, как Удава. Приезжая до Вриндава, мы достаем новым премы и новым садханы. Удава приехал туда и прагнул быть хотя бы травом во Врадже. Травом? Кришна сказал Удаве, что он его самый дорогой. Брахма! Трава! Брахма молился, чтобы стать хотя бы каменем у джвей, у чандалов, которые мешкают во Врадже. Махадев молился, чтобы стать гопи. Гопи ведон славы хвалы Махадев, называем го Ишвара. Шива то Бог для гопи. Они называем го Ишвара. В тот способ бхактови, которые вайшварья бхави, они не могут войти до Вриндаван. Я рустаджан саджана мария патанча битва. Эйюр мукунда падавим срути виви прикьям. Бхагавате лека рвече, Брожавалагон же растай говиндаке валуваште. Эй растанати срути матагон обнешанта. В Бхагаватам описуется стежка гопи, як они кухаем говинды. Инны люди молились о таким настрою, але не достали го. Удава мовил, то, як вы кохаете говинды, сами шрути шукаем том стежке, але не могом ем зналесть. Они не могом достать пыл золотосовых стоп говинды. Они могом оповедить о иных жечах, але не могом навод доткнуть говинды. Навод веды описуем в шесть святые. О разных мантрах, о молитвах, але веды не отвираем глубоком таємнице, для того же не только только трохи люди могут то зрозуметь, але та таємниця отвирася в Шримад Бхагаватам. Наши ачарьёви, они в ясный способ отварили нам эссенции Шримад Бхагавата. В том укрытом расе, в котором все тешил Махапрабху, сводкость настрою Радарани, сводочь настрою Радарани. Махапрабху не пшию настрой споткання, а пшию настрой разгонки. Та глубокая разгонка, которым чула Радарани, и показал Махапрабху целому святу. Махапрабху мешкал 18 лет в Нилачале. Але таки правдивый настрой. Он мешкал еще в иных местах, але остатние 18 лет показал ten правдивый свой настрой.
И наши и в Раджабасе они имели настрой развонки, и то забачу Удова, як пришед до Вриндаван. Наши ситха бабови, Шринимас, Шринивас, народом, они тоже имели настрой развонки. И настрой Они имели такие настрои, они ниц не ведут, что они есть такие ниже, ниж вшистки. Настрой покоры. Ром купи рактот гам, ару пуришкар уже Ром купи рактот гам, дам тотав але. И кота гуло. В этот способ Махапрабху еще Барди отвар для нас настрой развонки гопи с Кришном. Разве сможет тратить свое время на обыденную жизнь, на одежду. Те, кто слышал о тех всех лилах Кришны, Ачарьев, Махапрабху, Ситха-бабов, он не бензи свое житие спензать, только чтобы есть и спать, а только бензи и с тешком, яком шли наши чарьёви и бабови. Всё, что есть в материальном свете, то не бхавы, але духовный свят, он зроблён из бхавы. Где нам знались том бхавы в материальном свете? Тут и только абхава. Мы можем и знались том бхавы в грантхах наших ачарьев, в святых письмах. Гомбира, витаре, ратре, нами, нитра, ло, гипте, му, шир, хашин, хото. Махапрабху в разлонце джау с его кревшва. И Радарани в разлонце с Раджендранандоном теж была в таком самом настрое, как у Махапрабху. То есть Гоура Лила. И та Лила, товарищи Гоуранги. За помощью тех Лил мы можем шесть во Вриндаван. Шукадева, Шри Шукадева описує, як во Вриндаван прийшла ясінь, і в тій пінкності ласу ясінням Кришна пасе своїх кровек. Балам, балам. Ача, кеу-кеу болче, є пасунте, є мобайл амаке чере чоле. Кто-то не так давно мовил, уже когда слухал катхе, то запомнил о телефоне. И кто-то спросил мне, баба, баба, я слухал катхе и запомнил о своем телефоне. И потом подошел до мне, баба, прошу,
поведать, если кто-то знаете телефон, знали мой телефон, чтобы прийти и отдать мне, бо я слухал катхе, то попросту запомнил в сале телефон. Окей, конец, ради. По Ласе Махапрабу мы утро си споткаем на том самом месте. Деньки Ласе Махапрабу.